Сегодня у нас выезд на отключение за отсутствие договора на техническое обслуживание газового оборудования. Сотрудники Мособлгаза направляются в дом абонента, который имеет задолженность по поставкам голубого топлива. Кроме того, житель деревни Жуковка не заключил договор на техобслуживание внутридомового газового оборудования. Причину отсутствия необходимых документов узнали на месте. Ситуация тут была такая, что абонент как бы умер, да, и где проводили работы по переоформлению данного абонента на другого. И он, как бы, у него задолженность была 11 месяцев, да, и произошло то, что они там получили уведомление, но на него не отреагировали. На июль в Одинцовском округе запланировано 158 отключений. Сотрудники администрации напоминают, что своевременное проведение технического обслуживания – залог надежной и безаварийной эксплуатации газового оборудования. На сегодняшний день на территории городского округа ведутся работы по отключению газоснабжения в ИЖС, которые не обеспечили выполнение постановления правительства по вопросам, связанным с безопасностью использования газового оборудования. Безопасность использования газового оборудования подразумевает под собой то, что газовое оборудование обслуживается специализированной организацией по договору. Данный договор жители могут заключить с любой специализированной организацией, которая указана на сайте Министерства энергетики Московской области. После заключения договора специалисты делают техническое обслуживание системы газоснабжения. Данный документ важно загрузить в личный кабинет Мособлгаза, либо привезти в офис. И тогда проблем с отключением голубого топлива точно не возникнет. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».